конференция на тему «Скандинавская ходьба и ориентирование в пространстве как инструменты реабилитации людей с проблемами зрения». Впервые это состоится презентация популярной в мире скандинавской ходьбы. Специалисты уверяют, что эта ходьба доступна абсолютно всем без специальных приспособлений. Сегодня спикерами являются Сергей Шведунов, организация «Генерация успешного действия», помощник инструктора скандинавской ходьбы. Олеся Перепеченко, начальник отдела социальной реабилитации Киевского городского центра реабилитации инвалидов. Руслан Кубин, технический директор центра «Безбарьерная Украина». И Василий Кашовский, учитель, дефектолог, тифлопедагог. Правильно? Спасибо. Кто начнет? Да, я, наверное, начну. Я бы хотел бы, как оно все началось. Началось оно, вот я сам незрячий, зрение потерял уже в зрелом возрасте и столкнулся с проблемой фитнеса. То есть мне хотелось бы где-то ходить, на воздухе чем-то заниматься. И получилось, что я в парке так познакомился с очень замечательной девушкой, с тренером. Жалко, она не присутствует сегодня здесь с нами. И сначала тоже как-то, знаете, как скандинавская ходьба воспринималась как, ну, махание палками, как ни странно. Но после 5 занятий я ощутил, как, насколько это полезно именно непосредственно незрячему человеку в жизни, в ходьбе. Потому что мы знаем, что наши улицы не адаптированы, и скандинавская ходьба помогла мне адаптироваться под эти улицы. И ощущение физического тела. То есть не так больно мне было уже, скажем так, спотыкаться, падать, ударяться. И самое главное, появилась уверенность. Спасибо. Олеся? Я бы хотела добавить и рассказать дальше чуть-чуть. Когда я занимаюсь физичной... Я украинскую мову. Я занимаюсь физичной реабилитацией, и разом с Украинским центром з фізичної культури, спорту «Інваспорт» ми щороку проводимо реабілітаційно-спортивні збори такі для людей з вадами зору, також для людей з глибокими порушеннями зору, тобто взагалі незрячих, на базі Західного реабілітаційного центру. І в цьому році, після того, як підійшов до мене Руслан, розповів, чим він займається, наскільки це цікаво. Ну, він мені розповідав, це було таке захоплення. Я кажу, я все розумію, я бачу, який ти захоплений, але мені треба от самі стати, взяти, відчути це, і тоді я тільки можу сказати, так чи ні. Ну і дійсно, ми почали ходити, почали спілкуватися, тренер з нами була, все розповіла, і ми почали в цьому році включили в програму реабілітації, фізичної реабілітації незрячих, скандинавську ходьбу. Вона є дуже гарним елементом з фізичної реабілітації, тому що проблема, коли людина втрачає зір, вона психологічно замикається в собі, вона закривається в чотирьох стінах. Вона мало рухлива, а це дуже велика проблема, тому що якщо ти бачиш, куди йти, да, ти раз-два, дай побіг. А якщо ти не бачиш, куди йти, ти, можливо, цього взагалі не робиш, або робиш дуже повільно, і це є дуже, дуже велика проблема. І навіть фітнесом займатися, ходити до тренажерного залу, тому що незрячій людині самій добратися до тренажерного залу складно, і там займатися з кимсь. Ви ж розумієте, що треба і тренер, який буде особисто тобі приділяти увагу. Тут у нас групові заняття, ми збираємось в такі команди, у нас є люди, які зовсім не бачать, і ми, Руслан і тренер наша Юлія, вони розробили таку додаткові такі пристосування, це окремі пояси і окрема мотузка з карабіном, яка бере нас всіх в зв'язку і в сцепку. І людина з залишковим зором іде попереду, задає ритм, задає темп. Людина, яка зовсім не бачить, вона іде в цій зв'язці, вона не відчуває себе обмеженою в якихось там рухах. Ти розумієш, що перед тобою йдуть люди. Тебе ведуть. Ти маєш тільки почувствувати себе вільно, дихати, відчувати навколишнє середовище і рухатись ритм, темп. І дуже-дуже-дуже приємно, тому що це, ну, це, по-перше, фітнес і взагалі всі фізичні вправи в
різних інтерпретаціях, вони дуже важливі для здоров'я, починаючи з зарядки і закінчуючи там чимсь іншим. Так от ми спілкуємося, ходимо, зустрічаємось, дихаємо свіжим повітрям, холодно, не холодно, зимно, не зимно, ми зустрілись, зробили розмінку і пішли. Дякую вам. Сергій Шедунов, прошу вас. Да, ну, я столкнулся, познакомился со скандинавской ходьбой в этом году, летом, будучи в Западном реабилитационном центре. Вот. Ну, а потом уже вернувшись в Киев, меня вот наш тренер Юлия пригласила как бы продолжить участие в этом, ну, как бы постоянно посещать это. Вот. Ну, изначально хочу сказать, что я приветствую любую спортивную, да, физкультуру, любую активную деятельность. Ну, чем мне близка скандинавская ходьба, тем, что именно для людей с проблемами зрения она хороша тем, что как бы любой другой фитнес, он имеет такой небольшой недостаток, как там нужно иметь хорошее равновесие для, ну, или баланс, да, для людей, которые, ну, имеют хороший вестибулярный аппарат. А скандинавская ходьба, она вот дает как бы уверенность в этом. На, ну, вот, вот эти опорные наши палки, да, они как бы помогают. И работая или индивидуально, или в связке, ты чувствуешь себя увереннее. Хоть в разминке, хоть в самой ходьбе. Еще мне нравится, здесь чувствуешь командный дух, чувствуешь, да, вот, не только себя, а именно натяжку эту. Потом нравится наблюдать за своим телом, за своими, ну, вот, такой вот, когда несколько факторов, и надо за ними наблюдать. Когда что-то выключается, ты это уже чувствуешь, ты это соображаешь и начинаешь замечать это в себе или даже в ком-то, ну, из связки, да. И уже, ну, такая вот командная работа, она всегда как бы закаливает. Вот. Еще мне нравится, что этим фитнесом можно заниматься под открытым небом, да, но где-то в парке, такой хороший отдых и в любое время года и погоды, да. Ну, пока что я как начинающий, думаю, что будет все в прогрессе. Вы написали, что помощник инструктора, а скажите, нас. Да, да, я как, ну, как лидер, ведущий. Дело в том, что там очень важно задавать правильный ритм, темп. И у Сережи это очень хорошо получается, и он задает этот ритм, потому что нельзя, чтобы оно сильно или там как-то быстро, должно быть все равномерно. И это очень важно. И тогда, когда, и когда все остальные потом вливаются в этот ритм, и получается единое целое. Это тот человек, который идет первым, вот в первом, да, связке, да, и, да, идет, да, и направляющий задает такой, ритм, да, движения. Василий Мишевский, прошу вас. Я был залученный до этого проекта как тифлопедагог, це специфіка роботи з людьми, у яких проблеми з зором. Ну, і підб'ю такий підсумок наших інтерв'ю і скажу, чим корисна ця форма реабілітації. Це нова форма, як ви зрозуміли, реабілітації та соціалізації інвалідів по зору в суспільство. Чим вона корисна? Психологічна реабілітація. Так як люди працюють в команді, це такі міні-команди по 5 чоловік, кожен відповідає друг за друга, або, ну, саме найбільша відповідальність – це у ведучого. Він має змогу проявити себе як лідер команди, він повинен попередити про якісь небезпеки, так як він йде перший, чи якщо це ходьба, туризм, то це гілки, палки, ямки і так далі. І це відповідальність за команду. Потім фізична реабілітація, так як вправи, заняття скандинавською ходьбою, вони позитивно впливають на різні системи, на розвиток різних систем організму, дихальної, серцево-судинної, навіть нервової і так далі. І орієнтування в просторі, в поєднанні зі скандинавською ходьбою, це є соціальна реабілітація, тому що чим краще незрячий орієнтується в просторі, тим менше він стає незрячим. Да, залежить від того. Тому от таким, таку користь має ця нова форма реабілітації та соціалізації інвалідів по зору у суспільство.
Яковлевна, скажите, пожалуйста, вот все-таки, да, вы рассказали о том, как воздействовать, как вы занимаетесь, какие виды, но, честно признаюсь, я не совсем понял, в чем суть упражнений скандинавской ходьбы. Не могли бы более подробно? Знаете, когда незрячий человек, вот, привык к теме, что его кто-то там держит, кто-то его ведет, он там рассчитывает на тросточку, а здесь незрячий человек идет сам. Понимаете, что значит идти сам? Вам это тяжело. Закройте глаза и попробуйте. Что значит идти сам? И вот здесь вот, вот эти ощущения, вот этот эффект, который человек испытывает, когда он идет сам, и он, его никто не держит, и вот за эти чувства, вот за это чувство, скандинавскую ходьбу мы, честно говоря, больше всего и любим. Самостоятельность. Это да, выглядит таким образом, наше занятие. Мы встречаемся, мы начинаем разминку, разогрев всех своих суставчиков, мышц, связочек, вот по чуть-чуть мы делаем разминку. Особая разминка, да? Дыхательная гимнастика, и все сейчас с этим повязаны. Мы проводимо ці вправи. Вправи у нас деякий час, потім ми беремо в руки звичайні палки для скандинавської ходьби. Що таке палка для скандинавської ходьби? Як вона виглядає? Вона має вигляд, десь трішечки вона схожа на лижну палицю, але вона трішечки-трішечки інша. Хоча в ній також знизу є, якщо ми рухаємося по м'якій поверхні, да, це земля, трава і таке інше, то ми відкриваємо чобіток, і у нас там такий штирьочок металевий є. Якщо ми рухаємося по асфальту, то там у нас є такий гумовий чобіток, який одягається на цей штирьок. Це для зручності ходіння і для зручності відштовхування. Потім у нас таких дві палиці. Ці палиці, вони мають різну висоту під ріст людини, вони прилаштовуються. Тобто, якщо у людини там певний ріст, то рука має бути тримати палицю. Ми не взяли, да, сьогодні з собою продемонструвати їх, та під кутом 90 градусів. І якщо сама людина йде, то починає людина рухатись і починає цими палицями, ми їх не виставляємо вперед, щоб відштовхуватись так, як в лижах. Ми, палиці, вони опущені донизу і вони починають рух, наче ви за собою їх волочите, тобто руки донизу. А потім ви починаєте рухатись, але відштовхуєтесь палицями не попереду себе, а позаду себе. І таким чином звільняється напруга на ноги, допомагає, вас підштовхує оці ось палці, вони задають темп, задають рух, але не обтяжують ваші м'язи. І, ну, я один день 12 кілометрів пройшла. Так, це було, ну, ми так щось почали ходити, я з однією групою, з іншою групою, поки ті там робили розминку, заминку, ми пішли і... Тобто це такий певний релакс для людини? Ну, може бути, і для всіх людей, не тільки для зору. Ви розумієте, тут ми зараз пишемо методику, да, заканчуємо вже, от, Василий Ігорович, участник, как тифлопедагог, дописываем эту методику именно в незрячих. Но мы еще хотели бы ее внедрить в семьи. Это очень важно. Почему? Потому что для человека незрячего, чтобы он не превратился рано или поздно в мебель. И вот как бы совместная такая работа в семье, скандинавская ходьба тоже к этому как бы способствует. Потому что лыжи, да? Вы знаете, дело в том, что она была придумана как бы финнами в 90-м году, да? То есть лыжники, в принципе, летом, да, они так вот ходили. Это было полезно, и были очень хорошие результаты у лыжников. А в 90-м году один учитель физкультуры написал труд, я не помню его имя, написал он труд по скандинавской ходьбе, и она стала очень популярной. И сейчас она популярна очень сильно во всем мире. И дело в том, что здесь идет равномерная нагрузка по всему телу. Если вы бегаете, у вас в основном работают ноги. Если вы включаете и руки, то есть идет равномерная нагрузка. И тогда, получается, тело находится в равновесии.
и вы получаете вот этот вот именно релакс, так называемый, и ощущение вот свободы. Но я прошу прощения за такие вот, да, не совсем правильные вопросы, но мне нужно для себя понять, как механизм работает. То есть обычный человек, да, с проблемами зрения, он двигается, и его палка, которой он пользуется, она выставлена вперед, и он там ощупывает какое-то пространство перед собой. Да? Ну, то есть скандинавская ходьба, он убирает ее назад и расслабляется. Я правильно понимаю? Ну, у нас связка, Лесе вот рассказала. Для незрячих от спеціально адаптована методика скандинавської ходьби та орієнтування в просторі. Придумана була така, ну, ми її називаємо зв'язка, це ремінь з двома петлями за спиною і спереді. Він кріпиться карабіном, шнур. Альпіністський шнур 2 метри. Ну, для того, щоб коли крокують, ноги був простір. І йде ведучий, у якого є залишок зору. А команда йде зв'язкою. Тобто він контролює прямолінійність ходьби і попереджує про, я вже говорив, про небезпеку. Таким чином команда себе почуває вільно, він попереджує. І дає змогу війти в релакс, так як ви назвали. Може бути ведучим теж і незряча людина, повністю незряча, але тоді повинен і зрячий інструктор йти попереду і давати звуковий сигнал, ну, в будь-якій формі. Якщо буде якась небезпека, так, якщо буде якась небезпека, і також для збереження цієї прямолінійності він повинен періодично там або хлопати в ладоні, або говорити там якісь певні слова, або мати якийсь сигнал для того, щоб незрячий ведучий зміг йти. Ну, для цього він повинен знати добре місцевість, орієнтуватися на цій місцевості. Це тільки на добре вивчених маршрутах. А так, в загальному це слабозорий ведучий, який попереджує команду, ну, команда із 5 чоловік, команду про небезпеку. І тоді сильних четверо чоловік, вони розслаблені. Скажіть, будь ласка, а де можна долучитися до цих прав, куди там телефонувати, приходити? Зараз це проводять, і на сайті ми є, це ресурсний центр безбар'єрної України, є сайт, там это все как бы можно туда присоединиться, и мы планируем эту методику, когда мы напишем, учить других инструкторов, других городов, чтобы это было везде. И непосредственно... Вы в данном случае приехали именно в Харьков, об этом рассказывали? Да, мы приехали и найти здесь партнеров, скажем так, партнеров, людей, которые хотят обучать именно незрячих, которые понимают эту проблему. Незрячего, да. Сколько уже, вот, может быть, вы знаете, сколько именно в Харькове, в Харьковской области таких людей, которые уже знают об этом, пытаются пользоваться вашими методами? Вы знаете, мне так тяжело сказать, но если нас сюда Харьков пригласил, значит, нас уже знают. И они тоже, многие харьковчане, ну, не многие, но есть люди, которые прошли с нами и в Западном центре были, да, в реабилитационном центре, и они завтра будут тоже присутствовать, потому что они хотят, чтобы здесь тоже в Харькове, тем более в Харькове очень красивый парк, и он сам Бог велел там походить. Походить, да. А где завтра будете, скажите? Мы завтра в 9 часов парк Горького. Парк Горького. Горького. 9, да, да. 9 утра. В 9 утра мы встречаемся возле центрального входа. Мы привезли оборудование с собой, инвентарь полностью, и палочки, и ремни специальные. И мы рады будем вас там видеть, чтобы к нам... Да, да, да. Все желающие, да. Да, милости просим. Да. И посмотрите, как это работает. Еще вопрос, пожалуйста. Вопросы, скажем так, я в разговоре с Русланом узнал, что он хотел избавиться от лишнего веса, как бы, да. Ну, Руслан, скажите, сколько вы весили и благодаря ходьбе, сколько вы смогли сбросить веса, скажем так, ну, я, с собой? Да, я сбросил 30 килограмм буквально за год. Могу по фотографию показать, да. Занимаюсь активно ходьбой, ходить по 2-3 часа.
И мне это... Да любому человеку получается использовать. Ну, конечно. Они просто говорят, что это фитнес. Фитнес, да. И, это очень важно, да. Да, 30 килограмм, у меня есть фотографии, там, если вы сможете, да. Весил 120 килограмм. И я вам скажу, что вот приходило, мне все мало и мало было. Мне все хотелось ходить и ходить. Почему? Потому что, опять же, вот это вот идет, равномерно идет нагрузка. Я сам бывший спортсмен, бывший профессиональный спортсмен. И, я здесь, я играл в регби. И здесь участок в Харькове был с вашей командой, играл с ХТЗ, очень знаменитая команда харьковская. И знаю, что такое нагрузка и как она идет. То есть, а здесь идет она равномерно. Здесь работает 90% мышц. Ни в одном виде спорта такого нет. Ни в одном фитнесе такого нет. Понимаете? То есть если вы на дорожке бежите, у вас там ноги работают. Если вы там, как тренажер, орбитрек, да. А здесь именно работает 90%. Скажите, вы сотрудничаете сейчас, вот у нас есть очень знаменитый интернат для детей с проблемами зрения. Сотрудничество в этом направлении есть? Да, мы вот приехали, да, мы только что оттуда, и у нас, да, и очень вот сейчас с этим вот пришли и сотрудничать, и поэтому вот методику мы пишем, и первая методика будет, наверное, в Выгодском центре в Ивано-Франковской, и мы хотим здесь тоже эту методику апробировать, то есть научить, да. Для детей. Для детей, да, для детей. Для детей и для взрослых. И для взрослых, да. Потому что все-таки, понимаете, как человек незрячий ребенок, да, у него своя специфика, там, работа за столом, и у них сколиоз, как правило, чаще и при ходьбе выходит, потому что они особенно ходят там боком, стараются там щупать все, да, и вот скандинавская ходьба, она выпрямляет спину и помогает, чтобы плечи опускались. Вообще уверенность в себе. Это очень важно. Вы знаете, я зрение все-таки потерял в зрелом возрасте, и у меня был очень сильный страх выйти на улицу по этим неадаптированным улицам и ходить, и сталкиваться все время. И было очень сложно. А сейчас нет, сейчас я спокойно выхожу и по Киеву гуляю, где захочу. И меня это не смущает. Благодаря вот именно занятиям. Да, она, да, потому что, вот знаете, вот опять же повторюсь, приобретаете такую уверенность в ходьбе, уже уверенность в ходьбе, что вы можете идти. И это вот оно способствует тому, чтобы... Понимаете, и вот здесь вот, вот это вот равновесие идет тело, да? Получается, что когда ты ударяешься непосредственно, встречаешься с физическим предметом, то вы ударяетесь не всем телом, что тело не идет у вас по инерции, да, а ударяетесь непосредственно той частью тела, которая прикоснулась к физическому телу. То есть ногой, значит, нога ударилась, это уже не так больно. Если голова бьется, то бьется голова, а не все тело. Понимаете, да? То есть не, при прикосновении не участвует все тело. Да, да, конечно, вот вы споткнулись, да, и у вас просто нога как бы вверх сыграла и пошла дальше, понимаете, то есть оно расслаблено. Конечно, я вам скажу, еще очень сильно помогает нам в ходьбе это лыжи. Конечно, горные лыжи, я их очень люблю, я катаюсь на горных лыжах, и, но горные лыжи это все-таки сложный вид спорта для всех, для всех. А здесь все в одном. Здесь и для семьи хорошо, здесь непосредственно для незрячего хорошо. И мы крепнем, потому что все-таки мы не скрываем. Это начиная с 40 лет, незрячие, они очень сильно закрываются, замыкаются. И если их не вытащить, с этого, да, они потом настолько закрываются, что достучаться будет очень тяжело им. Понимаете как? Скажите, вот сейчас вы прогнозируете, какое количество людей придет завтра? Ну, мы надеемся... Вы понимаете, у нас связано еще с инвентарем. У нас получается, что у нас инвентаря всего лишь на 10 человек. На 10 человек. Но нам уже сказали, что уже будет 30 человек. 30 человек, это будет 3 группы. Мы, наверное, разобьем их по времени, чтобы люди не стояли, не мерзли. Разобьем и позанимаемся со всеми, кто захочет. Мы по желанию все придут и все дадим возможность ощутить вот это вот все. Скажите, каким образом вы эту информацию распространяете? Вы знаете, мы, честно говоря, планируем сделать такую вот школу при ресурсном центре Безбарьерной Украины. Это фирма, это компания, которая занимается доступностью. Вообще, в принципе, доступностью в помещениях, доступностью на улицах. Полностью делаем эти таблички ориентационные.
чтобы ну, людям, особенно незрячим, было проще находиться в помещениях и все остальное. И мы планируем сделать такую школу и притягивать туда непосредственно инструкторов, волонтеров, чтобы они могли уже на местах, приезжали со всей Украины, на местах потом это все дальше распространять. Мы только планируем их научить этому, то, что мы знаем, их научить. Здесь теперь зависит только от, скажем так, от какого-то волонтерства. Ще ми на початку цього шляху, да, бо не так багато часу пройшло, як незрячі люди почали займатися скандинавською ходьбою і залучаємо наших колег, носіїв проблеми, да, щоб вони виходили зі своїх домівок, не боялись і долучались до нашого руху, до наших фізичних вправ. А інформації ну, і на сайтах є, але ж ми всі... Хто в цьому році, да, хто був в Західному реабілітаційному центрі, а це люди з 13 областей України, побачили скандинавську ходьбу, знаєте, це сарафанне радіо. Приїхали додому, розповіли, і вже потихеньку, так, знаєте, іде інформація. Але в майбутньому вже Руслан розказав, які є плани, які є перспективи, і ми маємо надію, що це все збудеться. Именно помощь распространить, потому что это очень важно. Вот действительно, я с вами полностью согласен, человек, потерявший либо зрение, либо слух, либо что-то, он замыкается, не выходит из дома, боится, и нужно, конечно, выводить на улицу, конечно, их шевелить, и таких людей очень много. Але я хочу звернути вашу увагу, було якось так декілька хвилин назад від вас питання. Скандинавська ходьба, вона не може замінити ту тростину, з якою людина орієнтується. Тобто, якщо вона візьме в руки дві палиці і буде займатися скандинавською ходьбою, і зовсім тотально незряча людина, да? Тобто скандинавська ходьба – це фітнес, це позитив, це енергія, це внутрішня сила. Але ну, орієнтування у просторі, ну, вона не замінить 100%. Для цього, для орієнтування у просторі, в місті людині потрібна біла тростина, з якою ви бачите незрячих на вулицях міста. Хотів би вас ще спросити, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, скільки стоїть інвентар? Я так розумію, що від дорогостоящих, як би, да, такі... Нет. Вы знаете, есть, скажем так, как и везде, градация во всем, да, то есть есть более низшие варианты. Допустим, делаются эти палки и украинские, они есть. Они... На сегодняшний день какая стоимость? Где-то порядка 200 гривен, это стоят украинские палки. 200 гривен. А, допустим, уже европейского такого образца, который там, скажем, они уже разбираются, собираются телескопические, они стоят где-то порядка 480 гривен, до 500. Ну, я читал, я так понимаю, что они регулируются, да, то есть там определенно да, должна быть высота, это все должны просчитать. Конечно, да. Да, это все по росту, да, индивидуально, да. Да. Не, они регулируются, они, в принципе, по размеру одинаковые, но... Каждый по себя регулирует. А что эта регулировка дает? То есть это должна быть определенная высота или что? Что она дает, эта регулировка? Там очень важно вот именно сам сход руки, как ходит рука, да, то есть и вы регулируете, там, допустим, надо немножко чуть-чуть ниже, да, ниже 90 градусов. Мышцы, да, или... да. Если просто она будет маленькая, то человек будет ну, да. Да. Как бы наклонившись вперед, эта осанка... портится и так далее. Каждая высота должна быть. Все прописано уже, придумано, да. Это все прописано. Правильное расположение палицы, да, она дает возможность правильно расслабить мышцы и правильно двигаться. И конечно, да, 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 потому что не должны мышцы не закрываться нигде, не замыкаться. Потому что если где-то идет какой-то дискомфорт, значит вы неправильно отрегулировали инвентарь. Да. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы или что-то вы можете дополнить? Благодарим вас. Благодарим. Спасибо. Ждем всех. Спасибо вам большое. Огромное вам большое спасибо. Мы надеемся, что мы еще достучимся до таких, как мы, и это движение начнется... и да. В Харькове. Скажите, ребята, ролики ваши есть? Можно да, посмотреть? Конечно, сегодня у нас там планируется да. Презентация, и ролики есть, и мы вам все готовы их предоставить, если надо. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Завтра много людей, нужно это обязательно
разрекламировали, чтобы люди понимали, что жизнь продолжается, ничего, не нужно терять веру в себя. Спасибо вам большое. Спасибо. Вам тоже.